Друзья, всех приветствую. Сегодня специально для «Фабрики новин» с нами Игорь Яковенко. Будем говорить о событиях прямо вот этих часов. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну вот начну с того, что, знаете, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Российская Федерация договаривается с Ираном, это стало уже известно, о передаче истребителей Су-35 в обмен на беспилотники. И это, конечно, нарушает все какие-то мыслимые, немыслимые, официальные, неофициальные договоренности. Я знаю, что там Израиль очень возмущен этим. И это просто, как говорят, была последняя капля. Это решило вопрос с поставкой нам F-16. Ну, то есть сегодня Британия и США заявили о том, что они нет, но они не будут возражать, если это сделают другие страны. Вот как-то так. Вот, так что, скорее всего, что это стало, знаете, возможно, как никогда. А как вы оцениваете эту ситуацию? Вы знаете, я думаю, что F-16 в любом случае окажется в распоряжении вооруженных сил Украины. Ну, просто это мы уже проходили. Мы помним хорошо, как с самого начала войны был разговор о том, что ну, каски, ладно, ну, там санитарные машины, ладно, но летальное вооружение нет, но это мы не можем. Потом появилось летальное вооружение, потом там появились и джавелины, и стингеры и так далее. А потом вдруг перелом был, вот, психологический перелом, это «Хаймерсы». То есть это вот что? Причем там я слышал даже такие заявления, ну, «Хаймерс» – это не наступательное вооружение. Ну, это смешно, да, потому что, а что тогда наступательное вооружение? То есть, на мой взгляд, «Хаймерс» – это был слом психологический. После этого уже дальше вот те люди, которые отстаивали, что вот нельзя там что-то давать Украине, они уже заняли такие оборонительные бои в дипломатии. И все поехало в сторону Украины. То есть и танковые, и леопарды, и абрамсы, и ПВО, и там мощнейшие современные установки ПВОшные. То есть все пошло. Последний рубеж остался это вот F-16. Я думаю, что вопрос с F-16 решен. И то, что сейчас Великобритания готовит украинских пилотов для работы на этих летательных аппаратах, ну, это не может такого быть, чтобы это не было согласовано с Соединенными Штатами Америки, и F-16 будут у Украины. То есть это, мне кажется, вопрос настолько решенный, что даже ну, не хочется время тратить на его обсуждение. И это очень важная история. Это, конечно, другой вопрос, когда? То есть тут же главный вопрос. Украина начнет свое наступление без... Потому что там и поставки «Абрамсов» тоже на осень и целый ряд других вооружений тоже, в общем-то, даже не летом предполагается. Но тут ведь вот какая история. Дело в том, что не будет такого. Уже всем понятно, что наивные мечты о том, что украинское наступление – это вот, так сказать, какие-то танковые колонны, самолеты и зенитные установки, они движутся, занимают рубеж за рубежом, и потом все это заканчивается. Это не будет одно наступление, это будет целый ряд наступательных действий, которые, скорее всего, к каким-то серьезным результатам приведут в этом году. Ну и наиболее вероятно, все-таки сейчас большинство серьезных аналитиков считают, что все это переползет в следующий год. То есть, что будет освобождено в этом году, что в следующем, это предсказывать совершенно невозможно и немножко безответственно. Но еще очень важная вещь – это то, что украинская армия будет укрепляться и после деоккупации своей территории. Потому что сегодня военная машина, военно-промышленный комплекс стран НАТО заработал сейчас на Украину. Он сейчас создаются, строятся новые заводы, вводятся в строй новые мощности. И это большие деньги. И эти деньги начинают работать, и никто от них не откажется, никто не начнет всю эту содержимое тюбиков втаскивать внутрь, обратно. Это необратимый процесс. Поэтому я думаю, что украинская армия после
после победы над Россией сегодня, она будет продолжать поступать, получать вооружение, укрепляться. И это важно, потому что на самом деле, ну, есть довольно серьезная версия, что после деоккупации своей территории Украина не будет спокойно жить, потому что если такая опция существует, если российский режим сохранится в каком-то виде, то он по-прежнему будет продолжать воевать и представлять опасность для своих соседей. Поэтому большая, сильная современная армия Украине будет нужна и после победы. Так что вот я думаю, что другой вопрос, когда все-таки освободится Украина от оккупации? Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас никто не ответит. Вы знаете, на этой неделе было очень много поводов для торжества украинским ПВО. Это и самолеты сбитые, вертолеты, и вот эти ракеты «Кинжал». И некоторые паблики сегодня пишут о том, что разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали. Вот ряд ученых арестовали сегодня в России, трех ученых и ТПМ, которые занимались созданием гиперзвуковых летательных аппаратов. Поскольку оказалось, что аппараты не очень сверхзвуковые, гиперзвуковые не очень летательные. Ну, легко не сбиваются. Не знаю, насколько это так, потому что официального подтверждения нет. Но говорят, что в принципе процесс арестов ряда ученых, он таки есть. Он как бы перманентно вот сейчас идет. Что-нибудь знаете об этом? Нет, я об этом ничего не знаю. Я знаю только то, что аресты ученых регулярные, но просто ученые – это самый простой способ получить звездочки на погонах для ФСОшников, для ФСБшников, потому что существует громадное, огромное количество офицеров ФСБ, которым нужны звезды на погонах, которым нужны награды на грудь. Самое простое – получить такие звезды и награды – это просто обнаружить у какого-то ученого статью на иностранном языке. Все. Значит, дальше уже штамповать дело о государственной измене и посадить этого ученого лет на 20 – это дело техники. Суд проштампует это дело в секунду. Вот таких дел достаточно много. Что касается дел о некачественной технике, я про них ничего не знаю. Возможно, они есть. Более того, я думаю, что это тоже сегодня будет. Сегодня даже были опубликованы фотографии этих ученых там, и имена. Нет, я же не говорю, что этого нет. Я говорю, что я об этом не знаю. Но я думаю, что это тоже очень хороший способ. Это тоже такой клондайк для разработки ФСБ, прокуратуры, потому что, ну, слушайте, это же простая история. Есть поражение. Да? За поражение кто-то должен ответить. Значит, сейчас идет, так сказать, битва за отцовство. За отцовство. Известно, что у победы множество отцов, а поражение сирота. Так вот, эта сирота бегает, так сказать, и ищет отца. Папа, папа, кричит поражение. Где ты? И вот, значит, эти крики сироты поражения, они иногда приобретают голос Пригожина, который вопит, значит, обвиняя там Шойгу, Герасимова и, значит, счастливого дедушку, который практически уже стал бабушкой в интерпретации Пригожина. И, так сказать, и это уже такая мишень. Но самое простое, если, так сказать, не касаться высшего военного политического руководства, самое простое – обвинить пока вот ученых. Это хорошая мишень для того, чтобы сказать, ну как, кто у нас виноват в поражении? Ну вот какой-нибудь думный дьяк или какой-нибудь там летописец, который неправильно написал, или ученый, который что-нибудь не так разработал. Это самое простое. Ну, для начала, то есть кого из бояр на коле кидать? Это старый вопрос, значит, ну, для начала самых беззащитных. Кто беззащитный? Ну, не Шойгу же с Герасимовым, не дедушка же счастливый. А вот самые беззащитные – это ученые, разработчики. По делам им. Да еще, наверняка, кто-нибудь из них либерал. Наверняка.
Ну да, это было приятно два в одном, знаете, в одном флаконе. И либералы, и предатели Родины, это нормально. А либералы не могут быть никем, кроме как предателями, вы же знаете это. Может, у него дети либералы или внуки либералы, ну, в любом случае. Или знакомые есть либералы. Так что это вот в любом случае произойдет. А, ну, конкретных фактов я не знаю. Я знаю много фактов, когда просто за написанную на английском языке статью человек получал лет 20. Это таких фактов сколько угодно. Ну, тоже правильно. Кто носит джинсы, кто там туфли Adidas, тот скоро родину продаст, или как там было. По-моему, все это возвращается. Того глядишь, что Леонид Ильич встанет из гроба, понимаете? Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Это правда. Значит, ну и что касается, так сказать, виноватых, я серьезно говорю, что на самом деле поиск виновных продолжается. Вот эта сиротинушка поражения, она бегает уже по коридорам власти и ищет папу. Ходят слухи о том, что может быть обвинен в измене Родины Пригожин, потому что он, как бы, как они говорят, перешел красные линии и становится обузой серьезно. Бахмут он не взял, ничего он не сделал, а вот говорит много. Ну, такое движение существует, желающих свернуть Пригожину голову очень много, тут их перечислять даже невозможно, мы просто программу сорвем, если начнем простое перечисление желающих, там очередь, но Пригожин отбивается, он сейчас спасает свою жизнь, потому что он попал в бахмутский капкан. Спереди украинцы наступают, значит, сзади пристроился Кадыров. Значит, потому что он же уже сказал Пригожину: Женя, ты не рыпайся, ты стой на месте, потому что Путин наш отец, мы должны за него умереть. Вернее так, ты вот впереди стой, а я сзади в качестве заградотряда. С боков у него российские Министерство обороны в лице Шойгу и Герасимова тоже никуда не дадут сбежать. Поэтому он орет, как потерпевший. Орать он умеет, потому что у него самая сильная, самая эффективная медиа-империя в России. Вот. А поскольку у него голос громкий, а силы мало, он на самом деле Пригожин – это, ну, пожалуй, самое переоцененное явление вот в сегодняшней российской войне против Украины. Самое переоцененное, потому что там где-то порядка 370 тысяч у нас сейчас оккупационная армия составляет. Где-то порядка 7 тысяч – это наемники. Из этих 7 тысяч, там же еще помимо Пригожина есть еще и как минимум три ЧВК «Газпрома». На долю Пригожина приходится сейчас где-то порядка, ну, 2-3 тысячи человек, имеется в виду ЧВК «Вагнер». Это то, что осталось от 50-тысячной группировки ЧВК «Вагнер». Вот реально то, что осталось. А визгу, шуму, такое ощущение иногда складывается, что воюет вообще один Пригожин. А все остальные просто спят. А Пригожин один воюет. А Пригожин составляет, его ЧВК «Вагнер» составляет меньше процента. Меньше 1%. И по продолжительности, протяженности линии фронта, которую он занимает, порядка 1000 километров, а Пригожин держит там где-то, ну, 3-4 километра. А линия фронта порядка 1000. Численность 370 и 2-3 тысячи у Пригожина. То есть, но Виск, благодаря, во-первых, недюжинным пиаровским талантам пригожинской обслуги и самого Пригожина, плюс, значит, действительно мощнейшие, ну, деньги, конечно, потому что только на контрактах с Минобороны в прошлом году он получил порядка 5 миллиардов. Это только контракты с Минобороны. Это, я не думаю, что это самое большое поступление в его казну. Денег много, медийная структура мощнейшая, абсолютно беспредельная наглость и, так сказать, ну, умение говорить вот на том языке, который понимает, очень хорошо принимает порядка 25% российского населения. Это криминал. Так что визгу действительно много. Сможет он вырваться из бахмутского капкана? Не знаю. Это как повезет. Может вырваться. Если российский режим
путинский фашистский режим рухнет и страна свалится в смуту, то у него есть шанс выжить. Вот. Если нет, то ему свернут башку. Это, по-моему, совершенно очевидно. Сегодня Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это прозвучало официально, а раньше Соединенные Штаты вообще уклонялись такой формулировки, ну, потому что она достаточно серьезная и ко многому обязывает, как мы знаем. Но сегодня это прозвучало, несмотря на то, что там какие-то сенаторы там критиковали это, но, тем не менее, госсекретарь – это серьезный человек. Ну да, собственно, это не просто серьезный человек, это человек, который лично принимает решения, лично, так сказать, отправляет страну вот в это плавание, так сказать, в качестве международного террориста. Значит, ну, видимо, да, действительно созрели, то есть баланс плюсов и минусов от этого решения, видимо, все-таки сошелся так, что это стало возможным. Пока решений нет, насколько мне известно, но понятно, что если страна объявляется спонсором терроризма, то возникают серьезные санкции в отношении тех стран, которые с ней сотрудничают. То есть там идет эскалация санкций, и, видимо, до этого расчет сенаторов, расчет офиса президента США и расчет самого секретаря был такой, что, в общем-то, минусов больше. Ну, сейчас, видимо, баланс сошелся так, что может такое решение. Понятно, что нам с вами, у нас, у многих из наших коллег вызывало возмущение, чего ждут. Что еще надо сделать, что он должен? Детей живьем есть в прямом эфире. Ну, это что называется, политика, здесь ничего не поделаешь. Вот, ну, это хорошо, если такое случится. Это приведет к еще большей изоляции, потому что, ну, то, что его в самом начале войны президент США назвал его убийцей, это хорошее событие, хотя над этим как-то пренебрежительно воспринимали, но это хорошее событие. То, что его сейчас официально одна из ведущих газет мира в лице трехкратного пулитцеровского лауреата назвала самым опасным дураком планеты, это тоже хорошая история. Ну, а если режим назовут, да, еще выдали ордер на его арест, тоже в копилку его достижений. Ну, а если режим назовут террористическим, это совсем хорошо. То есть степень изоляции увеличится, что, в общем, неплохо. Ну, одним словом, колесо Господа мерит медленно, но неуклонно, Игорь. Поэтому просто нужно следить за событиями, мы понимаем, что в какую сторону все оборачивается. Вот об экономике хотелось бы поговорить. Даже я бы сравнила две ситуации. Смотрите, что касается российской экономики. Раздаются голоса, мы знаем цифры, они достаточно критичны сейчас, голоса всяких там российских сенаторов о том, что нужно вернуться к плановой экономике и так далее. А вот экс-министр экономического развития России Нечаев сказал очень просто. Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустроиться. Ну, вот такой краткий итог, так сказать, того, что происходит. Знаете, я отдаю должное чувство юмора Андрея Нечаева. Он действительно очень умный человек и в карман за словом не лезет. Но эта метафора, она действительно емкая и в значительной степени справедливая. Но дело в том, что некоторые бывшие коллеги Нечаева, которые остались еще на этом тонущем путинском корабле, они так обустраиваются в этой жопе, что, в принципе, там не так уж страшно становится. Понимаете, они там, так сказать, помещение как-то оборудуют, они, так сказать, там темно, но тепло называется. Обои клеят, так сказать, значит, как-то там водоснабжение устраивают. Я прошу прощения, я больше не буду эту аналогию использовать, а то мы с вами передачу, да, в какую-то порнографическую. Мне бы не хотелось в этом участвовать. Значит, все, отказались, убрали Нечаева с его, значит, этой самой филейной частью. Вот, а перешли к серьезному разговору. Дело в том, что действительно, вот те люди, которые сейчас остались, их дразнят системными либералами, это профессиональная команда. Вот вся эта шушера, которая обслуживает путинский режим, это такие бухгалтеры при мафии. Именно так вот.
Вот в наших мафиозных преступных группировках они назывались казначеи. Вот казначей оргпреступной группировки. Как правило, это человек, в общем-то, с неплохими мозгами и человек, который умеет считать. И вот эти казначеи, бухгалтера при путинской мафии, они действительно держат экономику, несмотря на все санкции, несмотря ни на что, они держат эту экономику на плаву. И их усилиями, я считаю, что они, конечно, преступники несусветные, потому что они действительно реально позволяют этой экономике выживать. Те идиоты конченые, которые я их вижу ежедневно в программе там, Соловьева, Ускобеевой, это вот всякие Делягины там, значит, и так далее, вот эти вот безумцы, которые говорят, что нужно ввести плановую экономику, Путин, хоть он и самый опасный дурак планеты, тем не менее, все-таки, видимо, он каким-то чутьем понимает, что не надо убирать вот этих вот Силуанова, не надо убирать там Набиуллину и вот всю эту команду, которая лютой ненависть, которую лютой ненавистью ненавидят там всякие Соловьевы и обитатели его помета Соловьиного. Вот Путин все-таки понимает, что вот эти вот системные либералы, они держат экономику. И если допустить в экономический блок включить какого-нибудь Хазина, ну, не знаю, что украинскому зрителю говорит эта фамилия, ну вот Хазин, Делягин, это вот та публика, которая требует, ну, фактически введения там военного коммунизма. То есть госплан ввести, все национализировать, ввести командную экономику и заживем. Вот если их допустить, то Украине станет очень легко, потому что в России просто перестанут все работать. Но Путин все-таки держится за этих вот сеслибов, за Силуанова, за Набиуллину и так далее. За Мишустина, кстати говоря, который, да, он, конечно, безусловно, преступник, но тем не менее, он все-таки достаточно неплохо, вот несмотря на все пробоины в этом корабле, он его все-таки держит на плаву. Игорь, знаете, вот мне просто в этом сравнении для меня важно даже не кто там держит на плаву Россию, которая действительно с экономикой очень все плохо. Но мне интересно просто, ведь Россия капсулируется очень сильно, она изолируется, и курс на изоляцию идет серьезный. И мне вот интересно, как параллельно буквально, да, ситуация войны перестраивается Украина экономически, потому что я уже сегодня, ведь сначала звучали голоса, что Украина будет там реформироваться экономически после победы, мы будем отстраиваться, мы будем делать новые реформы, но я уже сейчас вижу, во-первых, я вижу, да, там спецслужбы, вот, реформируются прямо буквально по ходу войны. Во-вторых, я вижу экономика, вот что интересно, нам там Евросоюз поставил определенные задачи, мы их начинаем выполнять, реформировать налоговую систему, у нас идет очень такая сумасшедшая прям дискуссия. У нас, я вижу, подтягиваются цены, тарифы, да, потому что сфера энергетики, она же вообще разрушена на 50%, и сейчас она реформируется, несмотря на то, что придется таки повысить тарифы, но все равно они будут в два раза меньше, чем европейские, но это позволит просто все реформировать в этой области. И так во многих-многих других областях сейчас происходит это все, и в других сферах. И мне кажется, что вот это очень правильно, не ждать победы, прямо сейчас начинать. Ну, потому что время же, как бы, оно же, мир убыстряется со страшной скоростью. Вы знаете, я, в общем-то, с самого начала этой войны и до этой войны, с самого начала оккупации Крыма, я все-таки твердо стою на том, что я не комментирую украинскую внутреннюю политику. Я сейчас не буду делать для этого исключения, для того, чтобы ответить на вашу реплику. Хочу сказать только одно. Ну, понятное дело, что дела у Украины идет вверх, Россия идет вниз. Это общая тенденция. Здесь могут быть какие-то зигзаги, но, в принципе, против этой общей тенденции не попрешь. Про историю большой, очень серьезный, сложный
и трудный, но и местами отвратительный, местами не очень, исторический проект под названием «Россия заканчивается». Я думаю, что он заканчивается. Сколько он еще протянет, понятия не имею. Он может кончиться в следующем году, может протянуть еще лет 10, но он исторически, на мой взгляд, обречен. Вот какая-то внутренняя энергия саморазвития у этого проекта завершилась. Это не значит, что что-то ужасное случится, и там завтра Россия, так сказать, улетит куда-то в космос или провалится в центр Земли. Ничего этого не будет. Просто, ну, так же, как никуда не делся Древний Египет, да, вот, ее просто не стало. И сейчас на территории, которую раньше занимала вот эта замечательная страна с удивительной культурой, с удивительными, так сказать, достижениями, сейчас совершенно другое государство, которое не имеет вообще ничего общего с Древним Египтом. Они просто хранят эти древние пирамиды и эксплуатируют их в экскурсионном плане, в туристическом. Вот я думаю, что примерно что-то похожее произойдет с Россией. Вот. Что касается Украины, то да, и, безусловно, эта страна идет вверх, и будет план Маршалла, неизбежно план Маршалла. Украина будет укреплять свою армию. У нее будет огромное количество трудностей. Я примерно представляю себе, каких. Другой вопрос, что я, конечно, никогда не буду сейчас об этом говорить. Может быть, когда-нибудь, когда война закончится, я сниму с себя вот этот обет молчания в отношении Украины. Но уж точно до конца войны я ничего не буду об этом говорить. Хотя, конечно, иногда очень хочется. То, что происходит сейчас с Лукашенко, некоторые говорят, что он не болен, он притворяется, ну вот как Невзоров, он говорит, ну, скорее всего, что он хочет, так сказать, увильнуть от ответственности, от войны, от Путина и всего. Некоторые пишут, что все-таки болен, аллергический миокардит, инфекционный миокардит, еще какой-то там миокардит. Но, тем не менее, совершенно понятно, что что-то вот он суетится под клиентом, как говорят в пошлых анекдотах. То исчезает, то появляется, то говорит, что это самое, что Украина не собирается нападать, то грозится кулаком. В общем, понятно, что находится в какой-то такой очень серьезном кризисе. Как вы оцениваете сегодня ситуацию с Лукашенко? Судя по всему, он действительно выдохся, так сказать, воздуха больше в этой ситуации для него нет. Ну, первое, в отличие от Александра Невзорова, который так уверенно судит о состоянии здоровья Лукашенко, я не являюсь его лечащим врачом. Вот. Меня Господь избавил от этой ноши, поэтому я ничего не буду говорить о его состоянии здоровья. Не знаю. Невзорову виднее. Значит, что касается общей ситуации, то для меня, вот здесь для меня совершенно очевидно. Невооруженным глазом видно, что Лукашенко, вот мы сейчас с вами говорили о Пригожине, который пытается соскочить. Он там кричит, просится, мяукает, вопит, царапается, кусается и пытается сбежать. Может быть, в Африку, может быть, еще куда-то, но Лукашенко совершенно очевидно пытается сейчас дистанцироваться от Путина. Он понимает, да, он, так сказать, периодически притворяется таким идиотом, значит, играет такого роль сельского дурачка. На самом деле, человек, безусловно, не глупый и с очень хорошим политическим чутьем. Иначе бы он не выжил вот в этой ситуации. Да, он создал диктатуру, но он оказался между двумя жерновами, между собственным народом и Путиным, и он маневрировал успешно, что называется, между Евросоюзом и путинской Россией. Это доказывает его жизнеспособность. Сейчас он оказался в капкане. Он оказался прикованным наручниками к путинской России, которая идет ко дну. Он на дно не хочет. Он пытается отцепиться. Я не знаю, явно ему не удастся обычный его маневр, когда он пытается, так сказать, раньше пытался успешно, отодвигаясь от путинской России, прислоняться к Европе или делать вид, что прислоняться. Сейчас у него такой опции, уже после 2020 года такой опции у него не существует. На что он рассчитывает? Трудно сказать, но во всяком случае он всячески пытается отодвинуться сейчас от Путина, чтобы не разделить его судьбу. Хотя я не исключаю, что
он уйдет, и его режим уйдет в небытие раньше, чем путинский режим, потому что, ну, все-таки есть и там полк Калиновского, который гораздо сильнее, чем, ну, так получилось, что белорусские, так сказать, добровольцы, которые служат в составе ВСУ, их больше, и они более сплоченные, они заметнее, чем российские добровольцы. И поэтому, ну и кроме всего прочего, Беларусь меньше, режим там слабее. Поэтому не исключено, что на каком-то этапе после успешного украинского наступления вполне возможно, что военно-политическое руководство Украины разрешит полку Калиновского вернуться на родину и поучаствовать в самоопределении украинского народа. Я не вижу здесь ничего невозможного. Такой шанс существует. Я не думаю, что Лукашенко не видит этой перспективы. Поэтому я думаю, что внутри головы Лукашенко сгущаются тучи, и я думаю, что он хорошо понимает, что ему грозит. Поэтому отсюда я не исключаю, что и болезнь его носит тоже такой не дипломатический, не притворный, а, ну, в том числе и нервный характер. Я не врач, поэтому выражение «все болезни от нервов» я все-таки воспринимаю это скептически. Некоторые болезни все-таки явно не от нервов, и я даже знаю некоторые перечень болезней не от нервов. Но в данном случае я думаю, что психологическое состояние Лукашенко очень тяжелое, что способствует в том числе и развитию всяких заболеваний. Но я очень надеюсь, что он все-таки выживет и предстанет перед Международным уголовным трибуналом, где ему самое место. Ну и, наверное, закончим сегодня в финале. Хочу вас спросить все-таки о, так сказать, о том, что происходит в России. Мы же говорили уже сегодня о том, что арестовывают все больше людей. Довольно громкий процесс с Михаилом Кригелем, когда человеку дали, ну, буквально ни за что. Одни паблики пишут 9, другие 7 лет. 7 да? лет, да, да. 9 лет просил прокурор, дали 7. Вот. Но это не имеет никакого значения. Цифры здесь, вот числительные здесь имеют только психологическое значение. Действительно, за слова, за какие-то тексты в социальных сетях, причем давнишние тексты, дали 7 лет. Ну, вот Михаил Кригер, просто все люди, которые, как и я, принимал участие во всех вот, акциях протеста, Михаил Кригер – это было такое знамя протеста, потому что это был человек, которого мы первым встречали. Вот выходишь из метро и к месту сборки проходишь, первым, кого ты видишь, это Михаил Кригер. Вот он стоит, причем такая очень колоритная фигура, он всегда был в расстегнутой куртке, если зима, в расстегнутой рубашке, если весна. Это был человек, который вообще, это был человек, и, ну, был, это я идиот, говорю, был, он есть. Это человек, который лишен абсолютно чувства страха, чувства опасности. Он мог, ну, он такой коренастый, широкий, явно сильный физически. Он мог в одиночку переть на вот эту вот шушеру нодовскую. Там у нас такие были, у вас тетушки, а у нас были свои тетушки. Это нодовцы, там сербовцы, в общем, вот эта вся путинская мразь. И вот их, они кучей налетали, он пер на них один, когда защищал мемориал Немцова, на этом мосту цветы стояли, их постоянно приходили всякие, оскверняли. Вот он один на них, это был действительно, был опять, это есть удивительно смелый, бесстрашный, чистый абсолютно человек. И я уверен, что он переживет этот режим, и никаких 7 лет он не просидит. Я уверен, что путинский режим не протянет этих 7 лет. Ну, конечно, здоровьем человек поплатится. Но он очень сильный, и я уверен, что он выдержит все испытания. То, что его сейчас посадили, это, конечно, ну, это настолько... Вот Михаил Кригер, с одной стороны, и вся вот эта путинская мразь, это учебник анатомии. Вот человек, а вот нелюди. Вот это учебник человеческого, это учебник человековедения. Вот если так картинку поставить и описать, кто такой Кригер,
и кто такая вся вот эта вот путинская мразь, там, включая Соловьевых, Скобеевых и так далее. Ну, вот это очень... Ну, очень вечное противостояние света и тьмы. И слава богу, что всегда находятся с этой стороны какие-то люди вроде него. Он там на суде, сегодня во многих украинских телеграм-каналах было запущено это видео, он пел украинскую песню «Червона Калина», там, самую популярную, наверное, у нас после гимна. И, конечно же, вот этот, эта дискуссия про хороших и плохих русских, да, я всегда говорю, что есть там люди, а есть не люди. И, собственно говоря, ее можно на этом исчерпать. Спасибо большое за поддержку Украины, Игорь. До встречи.